В Вильске 18 августа ожидается небольшой дождь и гроза, плюс 17 градусов. В Котласе дождь, плюс 18. В Мирном пасмурная погода от 16 до 19 тепла. В Новодвинске переменная облачность, 15-17, выше 0. В Архангельске 18 августа облачная с прояснениями погода, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, днем до 17 тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй, благоприятный.